Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 24 по 31 августа. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Побег от жары». Все просто, вам необходимо создать или найти гонку и победить в ней. За второе испытание можно получить 60 тысяч опыта, а называется оно «Острое жало». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки «Абат». Ну а для выполнения испытания вам необходимо продемонстрировать технику «Нежное касание» на этом автомобиле. Чтобы его выполнить, вам необходимо войти в дрифт и немного коснуться стены или другой поверхности. Проще всего это сделать на магистрали с каким-нибудь отбойником. За следующее испытание можно получить 75 тысяч кредитов, а называется оно «Вместе веселее». Для его выполнения вам необходимо создать совместную компанию и пригласить кого-нибудь из друзей. Ну а потребуется от вас просто завершить абсолютно любую гонку. Ну и спасибо парню с ником RaykonVAutoShot, ты помог мне записать ролик. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно «Выше гор». Для его выполнения вам понадобится автомобиль класса А. Ну а все, что потребуется от вас, это просто завершить гонку на этом автомобиле. Главный приз за этот Форзафон — это Jaguar XJ220 с бонусом на скоростные техники. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Форзафон, который стартует 31 августа. И поддержи меня лайком! Всем пока и удачи с выполнением заданий!